Надеюсь, там что-то говорят пофиксили, фикс какой-то был. Что они сегодня с утра поломали, блядь, рейнджу. Да, что-то Обращают на писали него мне. внимание. Ну, говорят, вроде убить можно, но что-то сложно там стало, хуй знает. Сейчас проверим. А сейчас спек сменил. Хуй знает, ХП как было 88 до этого, когда ходил давно, было 100 с хером. Мы, ХП-то это по-моему, понятно. понерфили. Там милики что-то не могли бить, хуй знает из-за чего. Но я не видел, я... Это поправили, это поправили. Ну, нормально. Все, ханта надо сумануть только. Так, короче, 4 танка у нас. Рарник, давай на трэше будешь. На боссе, значит, я первый начинаю. Очковый второй после меня забираешь. И Соборской забираешь после очкового третьим. Это на Мактеридоне на самом. Очковый тут, в Дисе. Ой, этот Соборский. Соборской. Жрите рыбу. Соборский тут. Чё-то не видно. Здесь он нет. Ну, вроде бы МТС первый и самый. Да, он белый чат написал. Угу. Понял, да? После медведя забираешь. Ну, знаешь, танчил, да? Когда вот он кастует этот хуйню каст, сокрушающий удар, там он секунду идет. Вот, именно во время каста надо успеть там нажать, чтоб не шотнуло. И тоже, и прожимки прям не жалей, всю хуйню отдавай там, даже... Чё у тебя Т4 есть, нет? Да, вот даже Т4 не жалей, прям похуй. Так, перемешань заходит, релогается. Ну и, соответственно, все РДД и хилы, когда на вас магическая вот эта печать Мактеридона вешается, под конец каста, когда секунду остается, стопайте каст, чтобы сало не словить. Ой, не сало, там сколько у вас маны есть, половина сжигается, и сколько сожглось, урона столько наносится. Так что имейте в виду, можно и сдохнуть, и ману еще проебете. Так, сейчас шаман зайдет и будем начинать. Локов по меткам надо поставить. А, да, кстати, метки же еще. И косты назначим. И конта, локов и конта мой. Косты я обычно не назначаю. Так, кто сбивает, тот сбивает. Ну там главное, что стрелу тьмы не сбиваете, а сбиваете исцеление вот это, чтобы мобы не хилились. Так, ну давай. Хант в Дисе. Икс-лазер. Икс-лазер. Да. Так, ну давай. Звездочка. Локи, все 4 лока в третьей пати на кубах стояли? Так, деликант шток. Кутилок, что-то не понял, стоял, не стоял. Так, ну вас ставлю кружок. Шток, ромбик. Так, вместо кутилока, значит, ты бодикон встанешь. И вот этот деликант еще, луна. Все, заходите сюда. Все вроде зашли. Заходите в комнату. Первая пати это танки, да, чисто? Да, там кроме ретрика. Этот ретрик в Дисе, HTTP. Ретрик, прием, прием. Смотри, какая особенность. Будет, когда центральный портал и эти скелеты. Ты выбираешь скелета. Я не знаю, грибнем мы или нет его. Короче, Соборский и я, ну, постараемся грибнуть первого, а дальше уже хуй знает. Ты, короче, того, который рейд бьет, кто сможет метку поставить из РДД? Давай, кто там посвободнее-то? Ой, блядь. Давай, Вадим. Я могу в метке. А, ты, Рарник, давай ты тогда ставь, ты их танчишь.
Хотя бы первую метку, какую первую бить РДДшника. Первый скелет, прям РДДшник, если поворачиваетесь, бьете. И фирять начинаешь. Который, короче, ретрик, который близко подходит, фиряешь. Два хапала тоже фиряйте. Скелетов, если много будет, там 3-4 скелета, тоже фиряйте, похуй. Но это, не словите волны от скелетов. Ну и трэш максимально быстро заливаем. Там демонов, бесов. Стан будет давать рарник первый. А второй уже там HTTP наш. Все, проверка, и будем начинать. Пельмешань готов? Что-то крестик. Кулак дайте. 4 паладина, все бафы должны быть. Кулак по шаману. Не боните. Кулаки HTTP раздает. Все, кулак я вижу есть на нем. СС, ну давай, шпок. Шпок, на танков, наверное, да? Шпок на Соборского, Деликант на Очкового, Бат на Войда, а Кутилок с Костую СС и оставь пока в кармане. Все, давайте... А, ну хорошо. Хорошо, тогда Кутилок кинь на Войда, раз Бат на Войду кинул. Все, давайте на счет 3 будем пулять. Я дальнего притяну, вы там танки ближних агрите. На счет 3. Раз, два, три. Поехали. Просто максимально АОЕ. Когда уже 2 моба останется, тогда будем это точно выбирать бить. Короче, первую незыбку дал. А, что-то мне один стак, блядь. Не натыкал руник. Ладно, похуй. Так, кому у вас истерию святосу въебать? А тебе истерию. Бомжей дальше. Сейчас. Ну, пидоры зафиряли, блядь. Эта хуйня что-то не снималась, что ли? Я что-то не понял. Кастую бомжей, короче. Чертворца вон, выбирайте, бейте. Звук такой громкий, нахуй, от этих ударов, блядь, никуда. Немножко уменьшил, блядь. Че, чаротворцев нету больше, да? Ну и все. На рарника на пол, на рарник. Все, через 5 секунд активируется босс. Босс пула будет, да? Босса, босса не пульте, только трэш. Да, бейте трэш. Ой, блядь, босса. Геро, значит, да, давайте с пылу похуй. Значит, после меня очковый, после очкового ДКшник. Первая там хуйня через 30 секунд вроде должна быть уже скоро будет. Все, ну и ДКшник готовься там 8 секунд, 7. Ставьте там 5 секунд, только не нажимайте. Кубы, кубы приготовьтесь. Ну, вставайте возле кубов своих. Сейчас каз закончится. Нажимаем кубы. Скелеты. Все, отпускаем.
Так, первого гриппа, ШТТП, сдавай его, это, фиряй. ДКшник поздно забрал, да, вон, череп убивайте. Все только по скелетам сейчас играют, про босса забудьте. Сейчас я заберу. ДКшник, грипни еще скелета. И оковы сразу мы в воздухе дай. Под босса грипни. И сразу оковы. А, КД. РДД, все бейте скелетов. Босса сейчас никто не бьет. Скелетов. И фиряйте. ДКшник, готовься забирать у этого. Очковый прожмись там. Дубовый или что-то отдай. Все скелетов играем. От волн отходите. Готовься там. Мишку, ДЦшник щитуй только во время каста. Чё, раньше забрал, да? Забери очковый у него, забери очковый, забери. Вставай камнем, захил его. Не путайтесь. Не забирай раньше каста. Сейчас я с тебя забираю. ДКшник, ты с меня забираешь сейчас. Внимательно смотри. Во время каста надо сделать там, не до каста. Каст. Еще скелеты. Скелеты быстрее все играем. Кубы нажимаем, 5 кубов. Кубы. Еще держим. Еще куб. Звезда. Держите, блядь. Кильти, ром. Подожди, дай сюда. Сейчас будешь забирать с меня на следующем косте. Не зыбку дал, захиливайте. Скелеты играем? Все скелеты играйте. Милики, уйдите от меня. Фиряйте хэпалы вот этих скелетов, которые кастуют. Милики, бейте вот этот черепок. По скелетам играйте, если вы не будете бить скелетов, мы не убьем босса. Друид, сейчас забираешь. Я с друида забираю. Пулипал надо резать или нет? Буран, резай. Холипал. Буран, в пятой пати, холипал. Буран, ты тут? Вот, вставай, захил его. Иннер ему ебани сразу. Вадикон, иннер по ДЦ дай. Блять. Очковые ресы этого ДКшника. После каста на кубы нажмите. Нормально, бесы. На кубы, на звезду быстрее подбегите, нажмите нахуй. Ну, типа, вы чё, блять? Все отпускайте. Когда босс сказал нету ни снова, вы отпускаете, бьете босса. Когда все выйдут, скажешь. Очковый будешь с меня забирать. ДКшник после него готовься забирать. Смотри во время коста. Подводи босса уже туда. Очковый потихоньку. Да, подводи. Подводи. К мобам, к бесам. Не сюда, к бесам. ДКшник забирай. Быстрее ты унти. Сюда веди. Блять. Зачем ты лужу оббегаешь? Ауешим бесов. Бесов идите, ауешьте все. Блять, ДК танк, ну я не знаю, очень тяжело с тобой. Вот так вот ты должен сделать, блять. Что у тебя за проблема? Давай там рарник дашь. Дал незыбку на рейд, на всякий случай. Добивайте. Так, очковый забрал. ДК, готовься, смотри босса в цель. Ничего не делай, кроме того, как забрать в каст. Тебе нажать таунт надо. Каст, кубы, каст. Еще бесы. По кубам встали. Нажимаем кубы. Все, сказал уведите вроде. Отсюда, уведите. Да, давай, отведи. С очкового ДКшник сейчас забираешь. Прожим какую-то дай. Лазевод, гимн на ману читай. И тотем нет, ставь. Да. И тотем ставь шаман. Бесов напуливайте на рарника. История на пулю, история знаешь, что делать. Я с тебя буду забирать ДКшник сейчас. Бесов, босса не бейте. Все, босса перевели. Бейте, а ешьте бесов только. Всех бесов. Бесов. Сейвы есть сейвы? Да, инсика, дай. Здесь сейчас лужа будет. Отойдем, сейчас лужа будет. Идите за боссом, отходите к решетке. К решетке отходим за боссом. Там бесы кастуют. Бесов добивайте. Лазевод гимн на хп дай.
Нет, все нахуй. Вы перейдете, бесов нам... никто не может снять. Не-не-не, ложитесь, вы босса перевели. Рано-рано босса. Ложитесь, ничего страшного. Шток, деликант. Резайтесь, бегите. Чудака здесь не был? Не знаю, наверное. Да все, я был здесь, знаю как. У меня просто на ноутбуке кнопка прилетает, я не дома играть. На другую кнопку поставь. Ну, что-то сделай, чтобы тебе поудобнее было. Постарайся вовремя забирать во время коста с этого, с медведя. Я его убил один раз. И лужи не обходи, ты на танке. У тебя хп дохуя. Лужи обходишь. Босса надо к демонам, к бесам подвести. Ты ходишь в упор нигде. Жрите рыбу. Начинаем 52% надо стопать. Поле пауза ладал, что. Шаман, где там? Вставай. Павлы крест по магам дайте, пожалуйста. Моя кровь станет вашей погибелью. Где там шаман? Ну, еще паладин залагал. Умер. Этот очковый, это твой шаман? Ну вообще да. Че он там? Вылетел или что? Да хуй знает. Да я ему отписал, не отвечает пока что. А ну 6 секунд. А утер хаос здесь? Блять, банку надо выпить. Ладно, пока хила поищу, наверное. Я отойду на 3 минуты быстро, мне чуваку ключи вынести надо. Давай, давай. Поищите хила пока. Это Эршам, да?
Так, ну пока палы уберем. Пагубку ждать, нет, или еще искать хила? Пока начинаю искать. Ага, пока поспамлю. Что за шаман-то, хоть посмотреть надо. Есть кто из локов, ебаните шкаф? Смотрю, что за не, шаман. Юдсон нормальный вроде, он со мной был вроде в каком-то, не помню. Mm. А, он с экзальтидов, то она понятно. Откуда он? С экзальтидов вроде показывают. А. Нет, это не наш шаман. А, нет, там кто-то другой с экзальтидов. А кто с экзальтидов тогда был? Ну, здесь только я с экзальтидов. Пристал всего. А, лазивод, который? А, нет. Во, подожди, а кто с экзальтидов? А, вот, лазивод, да. Чё там, как в экзальтидов? Сколько рейдов? Сколько рейдов куда? Ну, в Целкагеру. Один? Ты прикалываешься, один рейд, конечно. Один? Освоение. А в обычку сколько? Да, мы почти не ходим. А статиков что было сколько? Ну, два хотя бы есть? Ну, в смысле, вот так, что, допустим, вот две обычки, две РСки там, как, или похуй просто. У нас почти всю неделю идет СЛК-ХМ освоение. Мы постоянно меняем составы, какие-то что-то пытаемся придумать, потому что боссы переапаны до безумия. Ну да, КП до хуищ. Все там, ну, иногда бывает там какую-нибудь 25 обычку, да, собирают в свободное время. Но в основном сейчас все статики похилились, все бегают, пытаются 25 хм закрыть. Да, так, а кого... так. Чего? А кого убили из хаенки? Ну, всех, кроме квартальных. 8 боссов. Какой сложнее всего, скажи? Леди? Леди был пиздец, да, остальное более-менее. И то, по-моему, до нерфа убили или после уже первого нерфа? Там два нерфа было или сколько? Мы убили после нерфа уже. По-моему. Я уже не помню, если честно. Столько пулов было, что, блядь, 100 с лишним пулов сделали. Ну, что-то смотрели то ли 150, то ли сколько там на сайте. Да, да, да. Что-то такое. А ты ходишь в этот основной рейд? Да, я мейн рейд. Угу. Так, ну паладин. Блять, что это за паладин? 232-е, блять, шмот. Пиздец. Я что-то хуй знаю. 248 уже. Но там все равно что-то он без кусков, без нихуя. Угу. Ладно, хуй с ним. Сейчас спросим, дактику знает, нет? Ты думаешь, знает тактику? Шаман вроде мощный, приодетый. Шаман, я подключу еще, подключу, может еще кто-нибудь напишет. Ча пала, спросим, как он вообще. Буря жму в диси, нет? А на ластов ходили? На квартальных, нет? На какого-то? На какого ходили? Не, я имею в виду, ходить-то понятно, а били какого-то, пуляли, нет? Кого пуляли? Проф? Лану профа. И чё, на лане как дамаг мощный? Бурю жмут и в диси? Я один не слышу, с кем будет разговаривать. Экзал там был. Ну это лазивод, он прист. Может он тебя... Не. Да нет, я вот до этого слышал. Сейчас не слышу. Ну он в чате пишет, видишь, он не говорит здесь, в чат пишет. Бурю жму, ты зашел здесь? ДКшник, танк, подходи. Бурю жму, это...
камни у тебя там не очень. Ты как по тактике? Все шаришь? Нормально хилишь там? ДКФК. Да, вижу. Хмение. Блять, ты хочешь сказать, ты тут не был? Паладин. Короче, не стоишь в лужах, отбегаешь от скелетов, из них 4 волны будет. И будет каст печать Мактеридона, дебаф вешаться. Если этот дебаф на тебе висит, это останавливаешь каст, когда секунда остается. Если ты будешь кастовать в то время, когда дебаф будет спадать с тебя, ты потеряешь половину маны своей и пол хп потеряешь. Вот все, что тебе надо знать. Хилить танков. 4 танка. Танка, походу, искать надо, да? Давай поищем. Не ждите, ой, ждите меня, подождите, сейчас я буду, не скоро. Давай, подходи быстрее. Я же написал, сейчас 2 минуты. Сейчас вот в толчке сижу. ДЦ у тебя есть, холик? Хочешь убрать пава и похилить? Нет, я сейчас дружбана хотел взять, но уже похуй, ДЦшник. Кого-то взяли, да? А, понял. Амрита это получше хапал, наверное. Другана позвать, может, он ДД или кто? Да, не, он ДЦ, похуй, не отвечает. Я этого ДЦ не осматривал, он как вообще одет, ну-ка. Я тоже не смотрел. 49-й, тоже Т4. Один кусок. Нет, у меня Т4, но судя по абсорбу, блядь, 30%, если лечение абсорб. Чё того, видать, кикнет. А вот паладин. Я уже, блядь, похилил. ГМХ мне хватило, спасибо. А чё, не нравится ГМХ хилить? Блядь, да мы чисто королей нахуй убили, потом вайпались. И потом сделали разрол, чел просто на аукцион выставил, забрал себе печеньку, и я такой, идите вы нахуй. Это, наверное, когда было этот, как он называется, баг какой-то там на ренджу или что там было? Ну да, ну типа он только что был. Вот я же пришел к вам после этого рейда. Урла мы типа пытались, но у нас эти танки огромные не могли держать на гурле. Этот, бага. Мне интересно, Хан, ты тут, в Дисе? Да. Что-то звезда долго не нажималась, она с тебя слетела, и ты думал, тебе не надо нажимать, или что? Как это? Как понять? Не, я ходил сюда, я как бы тактику знаю, но именно здесь, на кубах, я первый раз. Ну, я потом склокал как надо, и как бы без проблем. Все, смотри, а то я смотрю, метки нету, думаю, ты хуй забил. Не, я на пулю вот там стоял, подошел к мобам, и это же надо. И забыл, без анонса, просто не было анонса. Стой возле звезды, тусуйся. И когда босс прокастовал каст, сразу нажимаешь куб. Все кубы остальные тоже. Заходите. Это я помню. ДКшник, и ты пришел? Трэш активнее бейте, трэш. Тут, блядь, маги лоу ДПСные. Ну хотя бы десятку жмут. И два лока лоу ДПСных. Меньше десятки хуярят. ДКшник готов. Все так же, это самое. Я первый, очковый второй. Ты третий ДКшник на боссе. Еще раз проверка, и будем начинать. Все, на счет 3 пуляйте мобов. 1, 2, 3. Я дальний. Переп убьем бомжей, да, Войт?
Я сейчас уже, в принципе, кастую. Через секунд 30 дашь второй ДК. Что у вас, кстати, в этом в экзальтерах также этот, кто он, Немезида релит? Или кто-то другой целка релит? Да, Немезида. А на X5 вы мимоходом играете? Или уже все? Ульду взяли и все? Вроде там ФК брали вы. Так, до активации 7 секунд, там. Можете забить на этих мобов, их уже смысла нет бить, готовьтесь босса бить. БЛ нажмем, нет? М? БЛ нажмем, говорю, нет? Да, нажимай. Нужна была на трэш лучше. Да похуй. Вряд ли успели бы убить. Мне просто интересно, ДК, ты тут? Я, ну, я не знаю, я хочу поругаться на тебя. Ты нахуя таунт жмешь? Ну он же не в КД. Ебать. Это еще не ДК ответил, это рофл просто в чат. ДК, блять, этот. Собор Скай, ну, у тебя мозг вообще есть, нет? Сейчас с меня будешь забирать. Ты с очковый с него забираешь, я с тебя. Кубы, приготовьтесь, 5 секунд. Скелеты, короче. Кружок, нажми. Чё ты стоишь? Всё, первого скелета бей. Череп, череп у вас. РДД бейте. Скелетов, нет, скелетов, нет. Хуярьте, РДД, встаньте, удобно, чтобы бить скелетов, и всех хуярьте, вон, которые напали. Хуярим. ДК, вот, если бы я не зыбку не отдал, я бы мог бы сдохнуть, нахуй. Ты, ну, у тебя что с реакцией? Короче, блядь, ну, я не знаю, что у тебя там за проблема, ну, будешь эту хуйню исполнять. Трэш. Очковый. Играйте, вон два скелета живых стоят, РДД. Кто на кубах? Пошли на кубы. 5 секунд, кубы. Опять скелеты. Заберешь, когда каст будет, во время каста таунт нажмешь, ДКшник. Ты хуяришь похуй, да? Там, ну, на отъебись, типа. Когда захотел, нажал, да? Одного заберите. Вот, нормально. Так, гриппы вот этот без метки. Этот HTTP, фиряй его по КД. Фиряй HTTP, Редрик. Вот. Хуярим милики вот этого возле босса, хуярим. Очковый забирает. Я после тебя. РДД тех хуярим. Крест, бейте крест. Чуть не разъебало, блядь. Милики, быстрее этого моба добейте. Замедляйте его, дайте стан ему.
РДД только по скелетам хуярьте из бездумия. Только по скелетам их хуярьте. Пышка, 5 секунд. Кубы. 5 секунд. Блять, надеюсь, это будут бесы, нахуй. Да ёбаный. И опять скелет. Ой, очковый чуть не проебал тебя. Все, кубы нажали, можете отпустить. Забери одного. Да, этот... Если что, после Вайда ДК таунтит, я поймал случайно. Да. Забирай ДК. Ты с ДК забираешь. Сейчас я грипну одного, милики. Этот, ЭШТТП фиряй вот этого. Дал ему оковы, и стан ему ебани еще. Так, сейчас давайте очковый. Давайте всех вам сыграем. У нас времени в этом. Что по боссу там? 50-55%. 54. Мобов забить? Мобов играйте только. Потом посмотрим, что выпадет. Ставь тотем, шаман. И лазевод гим на ману. Лазевод нажмешь кружок. Иди на кружок. БР. Я Буран дам, да. Берни. Буран Берни. Я дал БР. Если он не успеет Рабахать. Подбежать, то нажмешь. Все, хуярьте скелетов. Там 2% еще. Боссы не бейте. 52% и стопайте. Босса не бейте, милики. Сейчас еще будет вызов. На ману, поставьте тотем на ману. Уже вы давали. Этот... Уже давали. Блять, там ману. Кубы скоро. Кубы. Тут демоны. Босса не бейте, сейчас хотя бы 3 демона убьем. Все, нажали. Босса не бейте, возле демонов встаем. Сейчас я Сычкова заберу. Надо же перевести наоборот. Они же портал лопается. Да, ну давай переводим. К воротам отходим. Может, третий успеет вылезти. Босса тогда переводите. Все, этого демона сейчас я грипну. Все фул ДПС по демону сейчас ему сало дам. Веди сюда к воротам демона. Декурсите и сбивайте косты. Сейчас с меня ДКшник. Рарник забрал. Обратно заберу. ДКшник с меня заберешь. Этот очковый. ШТТП в контроле, блядь. Все, у вас три танка как раз сменить. Все сначала демонов играйте. Вот этих демонов убейте и добьем босса потом. О, ебать ты. Кто там танчит? Кого забрать? Сачкова заберешь. Давай, Рардик, Сачкова заберешь. ДК постой, просто побей в спину. Я с Рардика заберу. ДК, а можете по оверхиду после воды, я баф поймаю. Ты можешь поймать, чтобы не словить в контроль, там быстро зайти и выйти надо, да? Что-то я помню. Мы как-то пробовали делать, блять. Это надо на фулл хп тебя держать. Да, мне надо оверхилить, полипало. Можете поверхилить власти вода. Это ты вюпсень, это давай. Весь рейд должен зайти. Ну я не помню, там какая-то хуйня, там еще ачивок какая-то есть. Весь рейд был. Если он один, это херня. Вюпсень, читай там на ману. Как КД еще? КД. И нрав КД я смотрю. Ну, как-то я не знаю, бейте босса, хуй знает. С маной у вас хуёво только потому, что вы не стопали каст. Я залил иннер Юца. Я кастую все. Сейчас. Да вроде фрейм нормальный, по крайней мере на магике. Кто-то говорит очень тихо. Нихуя ты слышал. Да ты тычку. А сейвов не было. Сейчас я ключ в каст обдам. Ну, нормально.
словил контроль. Может, не похилили в ужас, да? А там она и сама, по-моему, дамаг наносит. А там хуйня. Это убьет урона. Сейчас, друида убьет. Что за херня? Я прожался. Там смысл этого хуйни в том, что когда у тебя Сигазбор. Она там дамажит же сама лужа какой-то дамаг. Да, ну это там по полторы тысячи. Да, так, это... вижу, ДКшник забрал, да? ШПшки просто выхиливают эти. Давай его, ты после меня. С меня заберешь. Угу. Прямо 4 танка теперь будем? Да, да похуй. Сейчас не зыбку дам, короче. А, я не играю, да? Да тут уже похуй. 2 ляма. Получается, что ТП погиб смертью храбрых. Летим на Груля. Маги, дайте порт в шатрат. Отсюда же быстрее вроде, ну. Если ты быстрее... Там ренегат и просто порталы почему. Так, сумка, которая вот эта вот 20-ячеечная, просто на кого бог пошлет тыкаю. Все, чудо яйца, тебе повезло, блядь, ты выиграл лотерею. Теперь потом на тебя жалобы кинут, аккуратно. Кто? За сумку 20-слотную? Ну да. Могут, да, могут. Че, реально, что ли? Ну там написано, написано Unroll плюс мешок. На какой мешок не уточняется, так что, блядь. Да нахуй она кому нужна? Два мешка заберешь, да? Два мешка заберешь. Я один мешок забрал. Ну тогда будем тут ролить. Ну роль тебе, блядь, еще 2 яйца, они нахуй лежат. 20-слотовая сумка, она никому нахуй не нужна. Так что... Вон, я думаю, чудо яйца с радостью тебе отдаст эту парашу. Будешь радоваться. Вон, видишь, кто на форуму напишет. Кто? Вот, а ты там кто-то гони собираешься? Да я вас, блядь, по IP вычислю, кто там напишет, блядь. Приеду, блядь, багажник изнутри покажу. На ТТГ, блядь. Mm-hmm. Я ТТГ 25-ку ходил только с гильдиями. Ну, а так, чтобы собирать, я не знаю, ну... Не, похуй, 10-ку, 25-ку. У меня вообще ТТГ не закрыта, блин, там когда. Я ее саму... Эту ТТГ, я ее, ну, не беру сериалить, я только за компанию схожу, если, ну, типа, кто-то соберет, попиздит там, блядь. А компанию Алдец тоже пойдет, потому что... 4 дня пробухал в горах, в лесу, блядь. Mm-hmm. И надо все проходить, сука. Хорош. Ой, блядь. Это весело бы. Блядь, не весело ни хера, пацаны. Отхожу, вот, блядь, четвертый, это уже сегодня пятый. Не, поначалу это было нормально. Поначалу весело, а сейчас шампанским отхожу. А это кто? Это кто ты в рейде? Как в рейде? Алдец. Алдец, кто это? Алдец? А. Пойдешь в гильдию, блядь, нам нужны такие люди. Братан, блядь, если выживу. Сука. Вы слышали? Ой, лол. Но зато там было хорошо, да? Да, это, блядь. Ничего хорошего, хороший первый день. А второй, у него гильдия подходящая уже. Я ее поэтому и выбрал, она пустая. Там сейчас людей 5 человек играет. А-а-а. Белок здесь пошестирует. Чтобы не мешали отходить. Ну да, тут хоть пивка налить могут. Че, отлетить не можете? Ща подлетим, все, тыкнем. Можно врать один лог здесь. Заходите, там винст у вас, сколько там, 3 человека есть. Там лог уже, и ты винст уже суманьте. А то вдруг пизды даст кто. Кстати, ты второго босса ТТГ, он водится как-то? Ты попробовал водить, блядь? Второй босс. Лужи? Щупальцами этими ебучими. Это кто спрашивает? Очковый.
Очковый. Короче, он водится, но только тогда, когда он не дает косты. Он больше... все время кастует, пока да. Да, он большую часть времени кастует. Вот. И там, ну, редко промежутки есть, когда он, блядь, сделает два шага и все равно дальше кастует. Там смысл в чем весь? В том, что на танка вешается дебаф, который вокруг танка на 15 метров ауешит. Вот. Это хуево для миликов, ну и ну, им сложно жить. Вот. Танку, если агро набрано, все хорошо, проще всего отойти. И это. То есть, чтобы вокруг никого не было, чтобы он никого не разъебывал. Вот, это вся фишка. Милики, чтобы били босса. Ну а босс, если сдвинется, то ничего страшного. Там, блядь, вся фишка, чтобы люди просто видели дебафы свои. Я вот вуду себе поставил, забил. Я все вижу. Древние проклятия, хуятия. Вот это вот в колодец, когда заходишь, вот этот параша на полу, полукруг. Ты заходишь, у тебя исцеление по тебе снижено на 80%. Это очень хуево. Еще по тебе дамаг идет, еще и сало, блядь. И я смотрю, вот полрейда в этой хуйне, блядь, сдыхает. Ну просто на последней фазе все сдыхают из-за этого. А там надо только на погружение зайти и выйти, блядь, быстро. Там, чтобы это все до людей доперло, нахуй, если пугореть чистый собрать. Тех, кто там не был, блядь, там пиздец, вайпаться будешь пару часов. Плюс еще гир нужен определенный. С хуёвым гиром там уже нехуй делать. Так я чёрный растягиваю. Не знаю, я один раз пошел, блядь, на, я не помню, а на мишке был. Надо себя спокойно, мы закрыли, на мишке, блядь, у нас было дохуя ДПС, но мало выживаемости. У нас, блядь, босса добивали втроем. Угу. Это босса трэш. Добили втроем чисто. Пока они там сумонят. Я держу громилу у остальных. Тут три громилы, а. Тут два жица еще. Мне просто проще с ним, если он чардж сделал, я ЛПшки придерживаю. Короче, ДКшник, ты был здесь, в этом, в груле Гер? Да, был, я знаю. Я тебе говорю, просто с ноутбука неудобно, кнопка иногда пролетает. Типа, здесь клавиатура маленькая, не привык. Uh-huh. У меня просто все под макросами стоит и неудобно маленько. Uh-huh. Блять, я вот думаю, как сделать. Я-то обычно собаку убивал, сейчас я вот не знаю, забивать на них хуй или нет. Ну что, тут типа локов много, мы можем банить. Луков до хера, нет, смысл не в том, я про то, что если кидаешь косноязычие на этого пидора, то... Да, Олма? Да, если он после того, как ас закроется и снова на него баф повешается, он не шотнет рейд. Типа, были такие баги, но я не знаю, но я по крайней мере 4 раза точно видел. Не, ну я последний раз бил, когда вот до нерфа, говорят, что этот бой длится 15 минут где-то. Да, бой-то быстрее, это понятно. Я про то, что не шотлит ли вот этим своим долгим кастом лок рейд. Да нет, мы кидали, нормально все было. Ладно, короче. Тогда ДКшник будешь на локе стоять. Главное просто сейвы распределить и все. Что у нас косты сбивают за ритм? Стесняются? Да, наверное. Ну, три мага, тем более у нас есть. Три пати, что я быстренько буду спалиться. Пока огромная просьба, можно Алдет будет свою пати диспылить? Так не, вот ты поставь вот одного мага с третьей группы, к примеру, во вторую пати. Да. Вот, и три мага, вот каждую свою пати, а там хилы уже, думаю, с танками с первой пати разберутся. А есть такие, у кого фреймы есть, кого не надо там переставлять куда-то? Вот иконы, я думаю... Не, я могу просто в Адоне подправить, там проблем нет, а так они просто у меня стоят первыми, я бы сразу... Ты, короче, не переживай, диспелить проклятие будут три мага, сова... И им помогать будет Эрдру и Эршам.
Надеюсь, у вас это все вкачано. Значит, смотри, ДКшник, ты будешь танчить вот этого петуха. Блять, сейчас все уберу. Эл, можешь перекур 5 минут сделать? Перекур? Да, мне надо отойти на 5 минут быстренько. Ладно, идите, идите перекур, идите курите. Бля, я тогда сейчас кофе еще сделаю. Я на ком будет? Кто это? Очковый. Очковый, я думаю, тебя на двоих поставить, на Кеглера и который этот самый, как он называется, король. Там. А, хорошо. Текстуре один. Сейчас, две секунды. Да, там или факел там какой-то есть, там у него спиной операция. Не, да, я текстуру знаю. Мы что можем чудо-яйца спикнуть. Да не, пятый не надо. Так, хватит. Чудо-яйца, что у тебя за чарка на кистях? О, бля, я не долбоёб, я знаю, что надо, ну типа, а почему вот этот выбор? Чё у него там за чарка? На броню. Да? О, нихуя. Да. А, типа... нихуя. А вот посчитай, пожалуйста, количество апа, которое она тебе дает. Сможешь вычислить? Давай вычислим. 3 единицы. Около 48. А ты знаешь, что есть чарка на 66 апа с энчанта? На 20 ап больше получается, нихуя себе. Значит, та чарка лучше. На 18, между прочим. Ты что-то перегнул. Ну, ладно, хуй с ним. 18 это не то число за 18. Ладно, тогда не такое, ну, не такое отличие. Зато когда трэш его пиздит, он будет меньше дамага получать, наверное, да, на 2%. Ну, да. Все понятно. Он, блядь, наверное, просто срывает. Мертвый не дамажит, правильно. Это по-любому, блядь. Это по-любому из-за этого было сделано. Вообще тебе надо хасту чарить. Ты ж фурик. Нормс. Я сейчас в мишку уклон заебашу, ну, все. Все ко мне на уклон и пойду. А про чё, блядь, у меня инжа есть на нитроускорителе. А при чём тут вообще нитроускорители? Я тебе про кисти говорю, что у тебя кисти зачарены на не ту чарку. Триста сорок хосты тебе тоже нахуй не усрались в Вармсе. Ты все равно должен чарить АП. Он тебе ничего не должен. Ну, по факту, конечно. Просто подсказать хотел. Это похуй вообще. Сейчас, блядь, выкатят новый Т4, блядь, там будет от брони скалироваться урон, нахуй. Реворкнет X-темп ебучий. Чем-нибудь намутит. У него апа нету, да? На... Так, ну чё, да. Наливайте, ребятки. Ну да. Пивной рейд, блядь.